Любители бросать машины в неположенных местах рискуют попасть за решетку. Если, например, автомобиль помешал пожарным тушить огонь или из-за горя парковщика врачи не смогли спасти человека. Судя по видео в рубрике «По пути», многие новорингойцы об этом не знают. Смотрим видеокомпромат. Зимой и летом одно и то же. Пятачки асфальта около подъездов новорингойских многоэтажек для водителей будто медом намазаны. Правила дорожного движения запрещают бросать машину на тротуаре. В этом случае можно получить сразу два штрафа – за саму парковку и за создание помех пешеходам. А если получится так, что чей-то автомобиль станет преградой на пути пожарных или скорой помощи, как здесь, наказание будет более серьезным, вплоть до уголовного. Мастеров парковки не останавливают даже знаки. Круг перечеркнутой линии предупреждает – стоянка в этом месте запрещена. Штраф – 1500 рублей. Тех, кто занимает место на тротуаре, наказывают чуть менее сурово. Может, в этом все и дело? Пешеходы возмущаются. Передвигаться по дворам сейчас затруднительно. Кругом вода, а немногочисленные островки суши оккупируют ушлые водители. Заехал за стоп-линию, будь готов расстаться с деньгами. Даже если решил исправиться и сдать назад, все равно придется заплатить. А здесь ситуация посерьезнее. Пересечение сплошной линии тянет на лишение прав. Причем неважно, одна это линия или две. Более того, даже если начать обгонять через прерывистую, а закончить через сплошную, это тоже считается нарушением. Когда нельзя, но очень хочется. УАЗ-патриот уходит на встречную полосу, а потом сворачивает налево, напрочь игнорируя красный сигнал светофора. Сколько штрафов здесь можно выписать, считайте сами. Если вы увидели нарушение, присылайте фото и видео улики на редакционный Viber или WhatsApp. Мы обязательно их покажем. Соблюдайте дорожные этикеты, помните, за вами наблюдают. Любовь Ломака, Юлия Пегушина, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.